Для начала я расскажу, как я попал на хутор к новичкам. Очнулся я в каком-то тоннеле с железной дорогой. Встретил двух мужиков, одного звали немец, второго япончик или как-то так. Мы решили пойти по железной дороге, потому как там было меньше всего аномалий. И, в принципе, это была неплохая идея. Но шли мы через скалы, где были сомнительные участки со старой брошенной техникой, танками. И я думал, что мы нахватаемся там радиации. Так и случилось. Радиации мы нахватались, и дойдя на хутор к одиночкам, мы начали искать респиратор, чтобы вывести радиацию из организма. Ну, с виду ты выглядишь немножко болезненным, конечно. Не бинтуем, все. Нормально. Дайте деду подышать. Дай ему подышать. Дайте мне подышать немножко. Ну, не надо. Что-то на языке какой-то металлический привкус. Че стоим? Ах, там хоть от моего тоже осталось. Ёбана, дедуля тоже раненый, пизда. Ну жди. Так, тебе голову перебинтую. Ребят, там человек умирает, бинты есть ли у кого-нибудь? Кому блять, вот последний бинт на дедулю использовал. Не, деда надо спасать, это, конечно, базару нема. Молодым тоже пожить надо. Ребят, бинты есть ли у кого? Да нет, нет. У него голова, все, можешь снимать. У тебя уже нормально все. Респиратор? Хотя, да, какой-то бинты тебе нужны. Очереди на респиратор. Да, мы куда-нибудь уйдем? Берите, мужики, респиратор, давай, спасибо вам. Постой пока. Мужик, твой респиратор? Да, мой. Я надену? Давай, надевай. А что там за шмальба, парни, вы не в курсе? Пенные становились. Сейчас вообще лучше не выходить. Ну так-то да. Они, конечно, да, вряд ли к нам пойдут. А ты пробуешь дойти? Да КТП тут близко, рукой подать. Военным тоже до нас рукой подать. Mm-hmm. Они-то а издалека там. Пустишь? Да, проходи. Спасибо. Какие там шмальбаумы? Ух ты ж. Yeah.
Ну, пацаны с фонариками ходят. Долинский. Стоять. Стой, там. Стой. Там ты стой. Стою. Куда идешь? В деревню сталкеров, здесь рядом. Вот тут. С какой целью бродишь по территории кордона? Да, меня сюда провели. Мой проводчик ушел в ту сторону. Пытаюсь его найти, темно. Ничего не видно. Как звать? Шайтан. Называй свою фамилию и научись ее позывной. Так, позывной Шайтан. Топский Дмитрий Игоревич. Фамилию повтори еще раз. Томский. Еще раз. Томский. Томский? Да. Так, и теперь не обессудь, но позволь проверить твое снаряжение. Конечно. Мне выложить ли? Да, да. Бери. Удачи в пути. Спасибо, вам тоже. Посмотри на меня, посмотри на меня. Да? На меня. Все, беги. Удачи в зону. Вам тоже. Пронесло вроде. Рация. Показывай, что там у тебя. Так, смотрим все внимательно мне на лицо. Да нет. Ну вот, блядь. Угонял? Да не, просто гонял. Ну знаешь, перегоняешь. Перегонщик. Что-то, да. Почти как перевозчик. Нормально. То есть он стоит? Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там я выкладываю видео, которые скрыты на канале, анонсы, скриншоты и прочее. Ссылка в описании под видео.